Под девизом «Общие границы способствуют сближению» Нарвская городская управа совместно с администрацией муниципального образования город Ивангород 21 сентября организовала совместное мероприятие в рамках Дня сотрудничества Европы, который будет впервые отмечаться во всем Европейском Союзе. В 12 часов в Нарвском замке началась пресс-конференция с участием представителей российской и эстонской сторон. Ивангород представляли глава муниципального образования Татьяна Шарова, глава администрации муниципального образования Михаил Корнеев, его заместитель по финансово-экономической деятельности Александр Цвенев и начальник отдела по социальным вопросам Ирина Селиверстова. Пресс-конференцию открыла Анни Веева, заместитель директора департамента развития и экономики города Нарвы. Прежде всего нашим ивангородским партнерам, главе администрации муниципального образования города Ивангород Корнееву Михаилу Борисовичу. Уважаемые господа, так уж случилось, что исторически, что Ивангород и город Нарва соседствуют в разные времена. Наше сотрудничество было по-разному. И в советское время это практически был один город. Мы пользовались одной коммунальной системой, у нас был общественный транспорт общий. После распада Советского Союза все разделилось, но общее осталось. У нас осталась общая река, общий воз дружбы. У нас люди, кто-то из Нарвы работает в Ивангороде, кто-то ивангородцы работают в Нарве. У нас семьи, родители в одном городе, дети в другом городе. Поэтому ни одна граница, которая проходит между двумя городами, конечно же, не разорвет тех дружественных связей, которые есть между двумя городами. Пограничные города Нарва и Ивангород давно и активно сотрудничают, реализуют совместные проекты по развитию туризма, сохранению исторического и культурного наследия своих городов. Об этом говорила в своем выступлении Ирина Селиверстова. В настоящее время три проекта, цель которых развитие туризма, воплощаются в жизнь. Подробную информацию о перспективах развития отношений с соседней Нарвой нашему корреспонденту рассказал Александр Цвенев. В Ивангороде, точно так же, как и в Нарве, будут реализовываться еще два стратегических проекта. Тоже в рамках приграничного сотрудничества по вот этому направлению в Европе. Это реконструкция крепости, там будет реконструировал пороховой амбар. И будет полностью переделан пункт пропуска «Парусинка», будет современный нормальный пешеходный пункт пропуска. На пресс-конференции был поднят вопрос об обустройстве пешеходного перехода «Парусинка», а также о реконструкции подхода к Ивангородской крепости. Возникают вопросы среди населения. Насколько гарантировано осуществление этих проектов? Представители обеих сторон рассказали о том, на какой стадии находится производство работ, о финансировании и о том, как распределяются работы с той и с другой стороны, а также о проводимом контроле над подрядными организациями. Когда вопросы журналистов закончились, слово взяла заместитель директора Нарвского молодежного центра Лариса Оленина. Она рассказала о проводимых совместных мероприятиях, их результатах и планах на будущее в вопросах молодежной политики двух приграничных городов. Затем самый приятный момент. Были подведены итоги международного конкурса детских рисунков «Нарва и Ивангород. Объединенные границей». Работы победителей конкурса были представлены на выставочных стендах в зале, и можно было воочию убедиться, как в детских рисунках показана мысль о дружбе и добрососедстве двух соседних народов. Награждение победителей во всех номинациях и возрастных категориях прошло под аплодисменты всех присутствующих. На память об этом конкурсе детям были вручены памятные подарки и дипломы. И вот красочная и яркая кульминация всего Европейского дня сотрудничества. Одновременный запуск воздушных шаров в Нарвском замке и Ивангородской крепости и спуск бумажных корабликов по обе стороны пограничной реки в знак поддержки идей дальнейшего развития добрососедских отношений между Эстонией и Россией, Нарвой и Ивангородом.